Мы продолжаем выпуск. Вознаграждение за учебу. Студенты-отличники КарГУ получили поощрительные гранты. Сертификаты на стипендию вручил один из ведущих банков Казахстана. Теперь учащиеся вуза будут получать 18 тысяч тенге ежемесячно в течение года. Это не просто студенты, а отличники учебы, активисты вузов. При поступлении в университет они не получили государственные образовательные гранты. Проректор по учебной работе Карагандинского государственного университета Сергали Каргин отметил, что все же они не остались в стороне. Сегодня в Карагандинском госуниверситете имени Букетова было вручение сертификатов студентам, обучающимся на отлично, но имеющие очень трудное материальное положение. Это помощь Казкоммерцбанка, которые выделили стипендии, ежемесячные стипендии в размере 18 тысяч тенге. Мы считаем, что это очень хорошая акция со стороны таких крупных учреждений, финансовых учреждений, которые являются хорошей поддержкой студентов. Один из ведущих банков страны через созданный собственный благотворительный фонд «Кусжолы» реализует ряд благотворительных программ. Одним из таких направлений является образовательный проект стипендии Казкома. На сегодня их обладателями стали 5 студентов Карагандинского государственного университета имени Евни Арстановича Букетова, социально-педагогического, иностранного, филологического и философско-психологического факультетов. Если говорить о специальности, мы в этом проекте, наверное, специально не делаем акцент на экономические такие специальности, осознанно акцентируем внимание на более такие дефицитных в настоящее время технических, медицинских, гуманитарных, социальных специальностей. И в этом году, действительно, выбирая студентов, мы именно ориентировались на эти специальности. Данный благотворительный проект для студентов практикуется по всему Казахстану. Всего в акции участвуют 19 учебных заведений страны. На сегодняшний день именную стипендию получают 50 студентов, которые действительно заслуживают такую социальную поддержку. Нурила Туржан, Олжас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.